Всем привет! Получила я свой заказ по Avon, по-моему, по 7-му каталогу. Так, взяла 4 лака и 3 помады, 2 из которых, значит, у меня... Так, это что у меня такое, липстик? Интересное кино. А, это именно помада, которая с насыщенными пигментами. Это у меня матовая помада в виде блеска. Ну, то есть кисточка коричневая. А это я для примера уже у нас был розовый оттенок. А это самый первый. Первый, второй оттенок. Так. Номера. Wrapped Latte. И Thinking About You. Теперь смотрим без вспышки. Без вспышки. И я нанесу на руку. Смотрите, как красиво. Эти оттенки у меня просит всегда дочь. Так. И первое она попросила розовый. Вот этот. Очень приятный цвет, но почему-то на губах он немножко такой, знаете, как у гламурных девчонок. Вот так он выглядит прилично. Угу. Так. Так, как мы посмотрим оттенки. Так. Вспышку включаем. Такой, да, светлые оттеночки. Приятные. Но на губах розовый дают именно такой. Вот, вот видите? Вот такой он розовый будет. Матовый, нормальный, по стойкости. Латте годен. Так, нет, это дата выпуска январь 18. Это мы сюда положим. Раз, два. Следующая помада. Rapid Rose. Почему-то выявление я столкнулась с тем, что я не вижу номеров, по которым мы заказываем в каталоге. Я не вижу номеров. Так, тут апрель 18 года выпуск. Здесь опять дублирующая информация. Апрель 18. А номера нет. Смотрите, какой красивый. Черный глянец. Это оттенок новинка. Из, по-моему, 4 новых представленных в марке. Так, отключим. Так, вообще замечательно получается. Оттенок сам по себе. В темноте. Клубничный. Да? С вспышкой он розовый. Уберем его подальше от камеры. И если немножко убавить интенсивность изображения, вот примерно будет такой оттенок, какой он вживую. Раз. Он не коричневый, он такой, да, клубничный на лето.
что мне не понравилось, у нас есть уже помада этой серии. Стик заваливается влево-вправо и обдирается при выкрутке из футляра. Так, такой летний оттенок. Следующую помаду я взяла люкс, которая увеличивает губы. Pink Sunset, розовая. Сделана в мае 2017 года. Наверное, в Польше. Да, польском. Вот такой флакон. Опять же глянец. Люкс написано. Pink Sunset. В отзывах одного известного блогера я увидела фотографии этих оттенков. Взяла этот розовый. Вот запах идет прям... Сколько здесь? Сантиметров 30-40 от меня до камеры. Запах такой, конечно, химический. Так, пришла дочь. Наносим на руку. Внутри стержень такой, как он, Даша, скажи, как с ментолом, да? Угу. Вот такое. Глянцевая помада. И как, значит, написал этот блогер, он не видеоблогер, что она придает губам эффект подколотости, да? Эффект подколотых губ. Мы на это повелись, купили. Вот на руке она, кстати, не жжет ничего, не щиплет. А на губах она как бы как холодок такой. Но мне больше напоминает как перец какой-то. Не ментол. Ментол, да, здесь ментол. Дело все в ментоле. Почему оттенок получается коричневый? Не пойму. Они вот розовенькие такие. И красивый розовый цвет. Не тот, который барбишный, а такой красивый цвет. На губах он полупрозрачный. Ну, если смиритесь с запахом, то можно взять. Ну, так, супер-пупер. Этого самого пресловутого эффекта подколонных губ я... абсолютно не заметила. Я ее взяла из-за того, что в составе гиалуроновая кислота где-то должна быть, вот написано. Shape Sensation Lipstick. Shape. Shape это же увеличение, да? Надутые губы. Так, составчик. Дальше. 4 лака. 1, 2, 3, 4. Fan Girl. Футурист. Из новеньких. Космическая вспышка. Cosmic Flash. И Luminize. Значит так. Рассказываю. Был месяц май. Цвела сирень. Я почему-то решила... Это я еще один не взяла. Сиреневый. Я еще хотела сиреневый взять. Вот. Мои богатства. Fun Girl. Нежный лак. А теперь июнь месяц. Ладно, сейчас накрашу им. Даже ногтики стерла. Вот такой. Это из коллекции какой там же было, Fun Girl. Там какая-то коллекция именно отдельно выставляется. Там вот эти фиолетовые, сиреневые, зеленые, голубенькие, такие бледно-бледно-бледные металлики. Вот это он так выглядит. Потом, как они говорили, с эффектом втирки, но это обычный голографический лак. Но очень красивый. Очень красивый лак. Держится, у меня продержался 4 дня.
Но потом мне лаки просто надоедают уже. Я стираю. Вот 4 дня ходила с клубничным. Вот с таким радостным, веселым лучком. Это из этих голографиков. То есть втирки. Ну, это не втирка, конечно. Втирка более мелкая. Взяла вот такой золотой для моря. Опять попала на желтое золото. Этот называется Illuminize, да? Он тоже из какой-то там линеечки. Есть мелкие, мелкие блесточки. А так цвет один в один. Так. Убираем вспышку. Вот они, голографики. Вот такие темные, получаются они без света, без освещения. Вот сирень нежная. Еще взяла сплэш-маску, сплэш-уход. Что-то мне я тоже нашла, по-моему, тоже было написано. Так, аргинин. Сейчас я вам покажу. Значит, наносится она просто с ладошки. Но я хочу как-то придумать по-другому ее наносить. Так, по названиям лаков, чтобы вы поняли. Вот 4 оттенка. И еще напоследок покажу вам интересную вещь. Да, за сплэш заряд энергии. Немножко печет лицо, немножко ложится такой клейкой пленочкой. Ну, может быть, эффект будет от нее. Я только два утра наносила. А это у нас... А что же это такое? Посмотрите только. Это украшение. Видите, да? Спортом не заниматься, то есть не потеть в них. Не умываться, не плавать, не мочить, не поддавать химической обработке и контактам с химией бытовой. Так, где там? Вот такая клубничка. Да, так и будем носить. Раскрываем. Здесь еще. Красиво упаковано, я мы не ожидали. И здесь у нас такая клубничка-красотуля. Цепочка прям сделана, ну прям не под золотую. Вот как раньше в СССР было. Где там камера моя, не вижу. Видите, какая, какой громкий. Клубничка сделана, наверное, из полимера. Хвостик ее, чешелистик из металла. Да, эта вещь, конечно, интересная. Посмотрите, какое прям ювелирное чудо. Да? Кристаллы приклеены. Очень сильно сверкают. Вот такая клубника. Тяжеленькая.
Мне аксессуар понравился. Так. Красивая вещь. И вы знаете, с годами аксессуары Avon продаются потом на аукционах, в принципе, по интересным ценам. Лет так через 20, может быть, вы ее продадите за более дорогую цену. Ну, все. Всем все рассказала, показала. Всем пока.